Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. Здесь я рассказываю про аэросъемки, видеосъемку, путешествия. Конкретно в данном видео рассказываю про различные новости, связанные со видеосъемкой, аэросъемкой, фотосъемкой, звук, свет, линзы, камеры. То есть все те новинки, все те новости, которые выходят в нашей сфере, связанные так или иначе со съемкой видео. Я собираю их все в одну такую пачку и раз в неделю записываю различные видео на эту тематику, чтобы рассказывать людям, что же интересного вышло в нашей сфере. Что ж, мы готовы начинать. Поехали! DJI презентовали новые микрофоны. DJI Mic 2. У меня серия от первой еще, которая выходила год или два назад. Сейчас же они обновили. В целом, все точно так же находится в корпусе. У тебя находится один приемник, два передатчика, для того, чтобы ты мог записывать интервьюшки, либо же вот как сейчас говорить в микрофончик. Чем нравится микрофон DJI, тем, что они маленькие, компактные, сопрягаются со многими устройствами, могут писать в себя. И вот в новом обновлении внедрили искусственный интеллект, да, сейчас у нас везде надо внедрять и в камеры, и вот в микрофоны. И этот искусственный интеллект делает шумоподавление. Да, понятное дело, что когда у тебя включается шумоподавление на каких-либо устройствах, то качество звука самого немножко падает. Но если ты не хочешь разбираться с шумоподавлением потом на монтаже, чистить этот звук, то когда ты снимаешь в какой-то оживленной городской среде, хочешь записывать свой звук ровно, четко и без лишних шумов, когда тебя вообще не слышно, то функция довольно прикольная. Также добавили возможность подключать эти микрофоны к своим телефонам не по проводу, точнее там через переходник, а через Bluetooth. В целом функция очень классная, полезная, я думаю, очень многие ребята будут ими пользоваться. И добавили, конечно, более продвинутое качество самого звука, там 32 бита, что позволяет тебе получать более четкий звук во время каких-то сложных сцен при его записи. Например, когда там кто-то кричит, либо кто-то говорит тихо, ты можешь это потом все вытягивать без того, что у тебя будет звук пиковать. Это очень здорово и классно. Также, что мне очень понравилось, что у этих микрофонов появилась возможность изменить цвет. Да, по умолчанию у тебя в кейсе будет идти два вот таких вот черненьких в новом дизайне. Но то, что ты можешь докупить отдельно беленький, очень меня радует. И я уже заказал себе новый комплект звука, то есть полный такой чехольчик, и дополнительно один беленький для того, чтобы можно было его не прятать, как сейчас, а использовать на белой одежде, и это было нормально и не бросалось в глаза. Так что, как придет новый звук, мы его затестируем. DJI выпускает новое обновление для дронов DJI Inspire 3. С прошлого обновления они добавили Vision Assistant, то есть тот ассистент, который позволял смотреть через твои сенсоры в дроне, то есть передние, боковые, задние сенсоры. Ты во время полета можешь переключаться на эти сенсоры и смотреть, что находится сбоку от тебя. Это очень удобно, очень полезно, особенно когда делаешь какие-то пролетки боком либо задом, и ты хочешь там пролететь мимо зданий, мимо деревьев, у тебя теперь есть такая возможность, ты просто летишь назад, и у тебя автоматически включается задний сенсор, и ты видишь, что находится сзади тебя. Сейчас же вышло в основном обновление для пульта, для того, чтобы ты на своем пульте, на дополнительной рукоятке мог менять диафрагму, экспозицию, выдержку не через настройки делать это, а с помощью отдельного колесика. В целом, я думаю, для пилотов, которые используют Inspire 3, будет очень удобно. Sony обновляет программное обеспечение в своих вспышках. Я, конечно, ранее не слышал о том, чтобы в вспышках можно было обновлять ПО, но с выходом новой камеры от Sony Alpha 9 Mark III и ее возможностью делать снимки с выдержкой 1/80, то есть не 8000, а 80000. В связи с этим обновляют свои прошивки флагманские для того, чтобы эти вспышки могли настраивать такую же скорость для создания своих снимков. Прикольно, классно. Так что идем дальше. Canon установил очередной рекорд по инновациям. Каждый год происходят такие там сборы и подсчет того, что нового привнесла та или иная компания. И вот компания Canon на протяжении 38 лет входит в топ-5 компаний, которые, скажем так, привносят что-то вот новое по количеству инноваций. И
все, что можно сказать, это Canon молодцы. Очень классно, что они развивают свой бренд уже на протяжении 38 лет, стабильно, активно, постоянно привнося что-то новое, инновационное в свои камеры, в свои линзы и в свою аппаратуру, в ту технику, которую они производят. Поэтому молодцы, но будем снимать дальше на Sony. Компания Edelkron представила новый штатив, который называется Tripod X. Да? То есть все просто, Tripod, штатив и X, его их новая такая модель. И чем этот Tripod, чем этот штатив вообще интересен? Он полностью электрический. То есть когда мы представляем свой обычный штатив, мы обычно все изменения угла наклона, всю высоту меняем руками. Здесь все это делается с помощью электроники, с помощью программного обеспечения. Ты можешь поставить его, нажать там вверх, он поднимется вверх, нажать вниз, он опустится вниз. Ты можешь его поставить на неровный пол, как угодно, под углом, на бордюр, еще как-нибудь. И при нажатии кнопки выравнивания горизонта, он автоматически поднимет, опустит нож для того, чтобы у тебя была ровная картинка. Он может работать с камерами и в целом нагрузкой до 20 кг. Но при этом он полностью боится воды и там какого-либо песка и пыли. Поэтому рекомендуется использовать только в закрытых пространствах, то есть где-то в помещениях. Либо же, если ты используешь его на улице, то в хорошую погоду, чтобы не было ни пыли, ни влаги, чтобы его не испортили. Skyports Drone Service совместно с Makoto создали новый мониторинг качества воды при помощи дронов. Такое некое сотрудничество двух компаний, которое позволяет мониторить качество воды в различных регионах Великобритании для того, чтобы делать своевременную оценку качества воды и ее там очистки, скажем так. С помощью дрона они внедрили такую технологию в свой дрон, который прилетает на локацию, опускает емкость для набора воды, поднимает ее на дрон, делает анализ качества воды и в реальном времени отправляет эти данные на станцию, чтобы люди понимали, там, какие уровни воды, какое качество конкретно в этом водоеме, чтобы не тратить время, деньги и силы реальных людей, которые раньше ездили на локации, добирались до водоема, брали эту воду, ехали на станцию, делали замеры. Круто, классно, рад, что технологии, связанные с воздушным пространством, развиваются. Дроны используются для различных перевозок, сейчас же вот используют для анализа и мониторинга качества воды. Интересно. Autel выпустила новое обновление прошивки своих дронов серии EVO 2 версия 3. И там добавлен режим ATTI. Режим ATTI, кто не знает, это такой режим, когда ты отключаешь все спутники от своего дрона, и дрон у тебя находится в свободном полете. Функция полезная для того, чтобы ты мог отрабатывать эти полеты и учиться летать в режиме ATTI. Очень многие ребята, когда не умеют достаточно опыта в полетах, летают в каких-нибудь таких условиях, где могут заглушить сигнал, где могут отрубиться спутники, и дрон переходит в режим ATTI, люди просто пугаются, не знают, как управлять, и очень часто разбивают свои дроны. У меня на курсе есть, кто не знает, у меня есть свои курсы по полетам на дронах, там я рассказываю много различных сфер, тем и различных сценариев использования дрона, и также рассказываю про режим ATTI, показываю на примере, как дрон отключается от спутников, как он летает и как реагировать пилоту, так что если вам интересно обучение аэросъемки, то ссылочка будет под видео. Также хочу отметить, что на дронах DJI по умолчанию нет возможности переключения в режим ATTI. Можно через прошивку там, настроить режим спорт на режим ATTI, но это надо прошивать, обновлять дрон через сторонние сервисы. По умолчанию у дронов DJI такой возможности нет. Добавили аварийную остановку винта во время полета. В случае, если тебе экстренно нужно отключить моторы на своем дроне, ты просто сводишь стики, и на дрон DJI моторы выключаются. Здесь же добавили только сейчас эту возможность. Также добавили возможность фотосъемки в режиме орбита, оптимизировали скорость полета в режиме новичка. Кто пользуется дронами от EVO, Autel, думаю, будет полезно и приятно обновиться, чтобы воспользоваться новыми функциями. В этом году официально выйдет новая пленочная камера Rolly 35, и ее, скажем, такая уникальная функция будет в том, что это пленочная камера,
и в ней будет использована система лидара для облегчения автофокусировки. То есть, точнее, даже не то, что облегчение, а для того, чтобы эта вообще функция появилась в камере подобного вида. Ну, просто будет прикольный девайс. Рад за них, идем дальше. Твой клиентер готовит новый объектив блинчик для камер Fuji с маунтом X-Mount. И чем интересен этот объектив? Тем, что он весит 115 грамм и его длина 23,5 миллиметра. То есть практически 2,5 сантиметра. Очень маленький, легкий, компактный, с фокусным расстоянием 18 миллиметров, диафрагмой 2,8, то есть довольно-таки неплохие параметры. Ну и, наверное, будет интересен тем, кто путешествует, кто ценит вес и габариты, кто не хочет таскать с собой какие-то большие тяжелые камеры с тяжелыми линзами, как это обычно бывает у Sony. Вот взял маленький такой блинчик, чтобы в путешествиях ты мог его легко тащить с собой в рюкзаке, не переживать за вес, за его габариты. Ну, прикольно. Компания KMTV выпустила новые V-mount аккумуляторы с мощностью 50,99 Вт-часов. И чем интересны эти батареи? Тем, что, не знаю, может быть, для многих будет каким-то открытием, и кто-то не знает, но очень часто при съемке видео используются дополнительные батареи. То есть не те батареи, которые там стоят в самой камере, не какие-то пауэрбанки, которые можно крепить через провода, а очень часто на саму клетку камеры крепится отдельная батарея V-mount, такая довольно большая, объемная, для того, чтобы можно было питать камеру, какой-нибудь свет, внешний монитор, чтобы ты, скажем так, мог навесить доп. Оборудование на свою камеру и более комфортно работать. И чтобы это все запитать, есть различные такие батареи с разного объема, с разной мощностью, что в целом позволяет операторам более комфортно работать на площадке, ну и в целом всей съемочной команде. DJI представила новое программное обеспечение DJI Modify для создания карт местности и в основном для применения такими дронами, как DJI Terra. У DJI есть, скажем так, не только те дроны, которые делают фото-видеосъемки, также у них есть направление там спортивных дронов и тех дронов, которые занимаются геодезией. И с помощью этого приложения можно быстро редактировать, создавать свои карты, экспортировать их. И вроде как, я, конечно, не сталкивался с геодезией, не работал в этих направлениях, но вроде как это программное обеспечение должно облегчить работу с вашими проектами. Так что если кто-то пользуется данными приложениями или вообще занимается с геодезией, расскажите в комментариях вообще, что это такое и как этим пользоваться. Насколько вообще актуально обновление программ, связанных именно с картографией и геодезией. Европейский авиационный гигант Airbus приобретает компанию AirVel, производителя беспилотных летательных аппаратов Flexstar. Чем эти беспилотные летательные аппараты Flexstar так интересны? То есть это дрон, который уже в целом используется в Минобороне США, он имеет вертикальную возможность запуска, что позволяет его использовать в море и запускать его с различных кораблей, судов, с лодок. И может находиться в воздухе он до там 14 часов, что в целом тоже такая довольно большая продолжительность времени. Да, дрон может 14 часов находиться в воздухе, собирать разведданные и, ну, передавать их, соответственно, на базу. Одна компания, в целом большая, Airbus, выкупила одну компанию для того, чтобы сотрудничать вместе с Минобороной США и выполнять какие-то совместные контракты. Было бы неплохо создать какой-то свой российский дрон, который бы не уступал по качеству там, европейским или китайским, и развивать это направление. Но пока кроме рекламы этих дронов ничего не приходит. Компания Drone Deploy, специализирующаяся на создании маршрутов для дронов, заявила о том, что начинает бета-тестирование совместимости своей площадки с DJI Dock. DJI Dock — это такая большая портативная станция, которая устанавливается где-нибудь, где вы там поставите, и позволяет дрону прилетать на эту станцию, заряжаться и лететь дальше. То есть для создания каких-то таких автоматизированных процессов, маршрутов, когда тебе не нужно руками управлять, ты проложил какой-то маршрут для сбора каких-то там определенных данных, да, не знаю, где это может быть использоваться, но для каких-то регулярных вылетов по каким-то маршрутам. И вот одна компания стала сотрудничать вместе с DJI для того, чтобы сделать процесс
наладки маршрутов более удобным, более комфортным, и можно было это все, скажем так, легче настраивать для пользователей. 24 февраля пройдет виртуальная конференция NestGen, в которой примут участие лидеры из различных сфер, связанных с аэросъемкой, с использованием воздушного пространства. В прошлом году на такой конференции выступило практически 3000 участников из 98 стран. В этом же году примет участие много различных компаний, направлений. DJI также будут принимать участие в этой конференции, будут разговаривать про различные темы, связанные с будущим использования дронов для автоматизации, логистических каких-то перевозок, то есть те места, где могут применяться дроны, и то, как это можно все регулировать, чтобы это было все безопасно на законодательном уровне для граждан, то есть придумывать те новые методы использования дронов в различных сферах и, скажем так, в областях применения в нашей жизни. И на этом у меня все. Как обычно, в конце я рассказываю про нашу онлайн-школу. Это онлайн-школа для пилотов дронов. Также у нас есть курсы и не только для пилотов, но и на какие-то смежные. Да, это как обработка фотографий, съемка Reels, создание вертикальных видео. То есть наша онлайн-школа рассчитана как и на пилотов, так и для тех, кто находится в смежной сфере. Но в основном, конечно, нам было бы приятно видеть в своих рядах тех ребят, которые интересуются созданием видео, те, кто хочет изучать аэросъемку, те, кто хочет познакомиться с этим миром. У нас есть более 100 уроков на различные тематики, разные сферы, от того, как вы доставите свой дрон и активируете его, до создания полноценных профессиональных роликов. Так что, если вам интересна тема и весь мир аэросъемки, информация будет доступна по ссылочке в описании. Ну и, конечно же, спасибо вам за просмотр этого видео. Ставьте лайки, комментарии, пишите, что вам понравилось в выпуске, какие тематики вам зашли больше, какие нет, потому что таким образом вы будете поддерживать мой канал, мои видео, для того, чтобы они становились более популярными, ну и чтобы их видело большее количество разных людей. Я же, в свою очередь, читаю, отвечаю на все ваши комментарии, все ваши вопросы и стараюсь выпускать такие выпуски раз в неделю. Так что увидимся, я думаю, плюс-минус через неделю. Всем удачи, всем пока-пока.